В 10 километрах от моего дома стоит старая разрушенная шашлычная. Я поехала сегодня по делам. Там осталась собака. Хозяин бросил, не стал забирать. И вот на развалинах вот этой шашлычной там живет собака. Я ее называю Ксюша. И как еду, все время беру какую-нибудь еду и вот подкармливаю ее. Себе забрать не могу, потому что у меня 2 кобеля, а собака старая, да еще и больная. Это вообще невероятно, невозможно. Ну, сейчас посмотрим, на месте она, нет. Я везу ей курочку. Если она сегодня покушает курочку, то ей на 2 дня хватает. Ой, а когда в следующий раз поеду, неизвестно. Это хорошо у нас сейчас. Сколько? +2. А будут ведь морозы. Как она будет, голубушка? Ну что, поехали. Посмотрим, где наша голубушка там. Так, здесь я не буду останавливаться. Вот здесь, наверное, встану. Вот так. Ксюша! На! Иди сюда! Ксюша, иди, моя золотая! Иди, моя девочка! Иди, я тебе курочку привезла, моя золотая! Ты мой кнопыш! Ты мой кнопыш! На, скорей, на, скорей! Давай скорей! На! Боится еще меня? На! Ой! Ой! Держи! Бери, бери, бери. Вот молодец. Хорошо, молодец. О, сейчас на 2 дня хватит. Живет вот тут в лесу совсем одна.